Так, здравствуйте. Начинаем наш брейк по баскетболу. Вторая коробочка Мегабокс Мозаик. Сейчас отметку. Два обмена произошло у нас. Так, начинаем. Начинаем. Сейчас мы нажмем записать. Обновиться все. Господи, давай уж. 18:26. Время сайта то же самое, 18:26. Итак, два обмена произошло во время рандома. Милуоки, Денвер, Оклахома, Орландо. Все, сам брейк, вот она коробочка. Вот он наш номерок. 67-95. Заключительные цифры. Ну, не знаю. 10 карт мы найдем, которые в этом боксе заявлены. Такие интересные расцветки. Я даже не знаю, как ее назвать. Какой-нибудь наподобие Аква или как они там называются. Почему-то коробка сама называется Pink. Но сами карты 1, 2, 3, 4, 5 явно не пинковый расцвет. 1, 2, 3, 4, 5. Итого 10 пакетов по 8 карт. Так, и остались хупсы. У меня пару боксов хупсов. Один почти собрали, второй не знаю, как выставлять или нет, потому что там бластер. В принципе, он так простенький. Просто когда-то вскрывали, там то ли всего один этот был слэм. И в этом хупсе может быть один слэм простой, один зеленый слэм. Я несколько этих смотрел видосов. Там только охота за 10 зелеными картами. Green Ice. Крэк Айс. Ну, если супер повезет, то может какой-нибудь хит достанем. А так только зеленые карты. Ну и обычный слэм, это и зеленый слэм может быть. Вот, то есть два. А здесь мы достанем 10 вот этих цветастеньких карт. Ну еще может что-нибудь. Мозаиковые карты. Одну-две зеленые. Может быть повезет. Так, сливсы готовы. Ну все, погнали. Карты вот гнутые, вот сразу, видите, в пакете какие. Это мин мозаиковой коллекции. Что они бывают, очень гнутые карты. Начинает Лука Дончич, Даллас. Далее Хиру, Майами. Нокс, второй, Нью-Йорк Никс. Там даже четвертый бывают люди. Эрик Бледсоу, Новый Орлеан. Вассел, это у нас НБА дебют, это у нас Сакраменто, да? Сан-Антонио Спёрс, я их всегда почему-то путаю, Сакраменто и Сан-Антонио. Пол Рид, Филадельфия. Вот такая первая карта из 10. Прежде всего Ачуева, Майами, Ачиува. И Hall of Fame, это те игроки, которые давно играли и стали звездами NBA. Это у нас Деннис Родман, Чикаго Буллс. Крутой чувак, все время прически менял. Ну, карта, вот сами видите, какая гнутенькая. Да, Чикаго времен. Джордан, Родман, Пиппен. Наводила шороху. Пакетик номер два. Hall of Fame, это получается зал славы, наверное. Супер игроков. О, там зеленый будет. Картер младший, Орландо. Далее Думбойя, Детройт. Сакраменто, Паркер. Следом идет Карл Энтони Таунс, Миннесота. Трейси Макгреди, All Time, Орландо. О, вот с полосой какой-то, видите, как это бракованная карта у нас. Оконгу, Атланта. Кайл Лаури, Торонто. Такая параллелька. И зелененький Элевейт. Джейлен Браун, Бостон Селтик. Вот зеленая команда на зеленом фоне. Вот такая вся зеленая. Джейлен Браун. Полностью залили краской. Смотрится, конечно, иди. Так прикольно. Ну, а тут у нас вторая карта вот такой расцветки. Зеленых, наверное, одна или две на бокс бывает.
прошлый раз, по-моему, всего одна была. Надеемся на чудо. Трей Янг, Атланта. Далее Пол Джордж, Клиперс. Для Индианы Макдермот. Мемфис, Брэндон Кларк. National Pride, Джеймс Уайзман, Golden State. Энтони Эдвардс, Миннесота. Новичок. В слизку уложим. Далее Индиана Майлз Тернер. И Бен Бэнк. Майами Хит. Карта вообще гнутая. Рэй Аллен, получается, Майами Хит, Спёрс. 13-й год еще. Ого. Майами Хит, Рэй Аллен. Что-то он в 13-м году соорудил этим броском. А, не надо посмотреть. Что это за бросок? Так. Надо какого-нибудь новичка вот такого звездного вытащить в такой вот расцветке. Ну, следить будем. Энтони Эдвардс. Как он себя проявит. А то новички бывают по хоккею. Вообще столько новичков показывают. Новички, а на самом деле там единицы из них становятся суперзвездами. Здесь, наверное, так же. Так, Шарлот, Терри Розьер. Далее Букер. У нас Феникс. Интересная форма такая. Лоу Уильямс, Атланта. Так, это у нас брат его, что ли? Танасиус Атетокумпо, Милуоки. Он же у нас 34-й. Танасис. А этот 43-й, брат, наверное. Мэджик Джонсон, Лос-Анджелес. Покушевский, Оклахома. Ну. Холмс. Шерлок Холмс, Сакраменто. И Элевейт, базовый, не зелененький. Майами Хит. Бэм Адебайо. Тут был зелененький, красивее смотрится. Бэм Адебайо. Пятый пакетик. Я тут в куфте сижу, у нас минус 30 на улице. Как-то холодновато сегодня. Носа на улицу не показываю. Дерек Уайт, Сан-Антонио. Йокич, Денвер. Пауэлл, Портленд. Деандре Джордан, Бруклин. National Pride у нас. Джейсон Тейтум, Бостон. Следующая карта. Новичок. Сэм Мэрилл, Милуоки. Коротко стриженный Лос-Анджелес. Клиперс, который Николас Батум. И еще один элевейт. Фила. Бен Симмонс. Тогда говорили, что он звездой станет, но как-то не стал звездой. Травму замучили. Так. Ну, тут вообще, конечно. О'Нил. Но не Шак О'Нил, а Ройс О'Нил. Юта Джаз. Тадеуш Янг, Чикаго. Ковингтон, Портленд. Теренс Роуз, Орландо. Оби Топпин, Нью-Йорк Никс. Макдэниелс, Миннесота. Опять не новичок. Серж Ибака, Лос-Анджелес Клиперс. И Сильвер Карта для Нью-Йорк Никс. Реджи Балак с дредами. Балак с дредами. Пока вот, мне кажется, супер-пупер игроков таких нет. В прошлый раз был Новицкий, да, мне кажется. Еще там знакомый мне игрок.
Сейчас пока мимо. Драгич, Майами. Дэмиан Лиллард, Портленд. Бол-бол. Бол-бол был в прошлый раз базовый. Денвер. Клибер, Даллас. NBA дебют, Причард, Бостон. Так, наверное, кучки уменьшу. Так. Патрик Уильямс, Чикаго. Сан-Антонио Спёрс, Тони Паркер. Ну, вот этот уже Тони Паркер неплохой. И Джем Мастерс, Аарон Гордон, Денвер. Денвер Наггетс под серию. В прошлом боксе был у нас Лука Дончич. Тони Паркер. Вот его все all-time рекорды. Давайте какую-нибудь перевернутую карту, нам автограф какой-нибудь засандальте сюда уж. Так и быть, ждем. Снова Денвер, Аарон Гордон. Так, Уолкер четвертый, Сан-Антонио, Спёрс, Зак Коллинз, Портленд. Портленда много карт базовых. Дорт, Оклахома, Сити. Так, Джерри Уэст этот был уже в прошлый раз у нас в Лос-Анджелес. Может, они повторяются, база. Дезмонд Бэйн, Мемфис. Ну, это красивая форма Феникса такая. Феникс Санс, Деандра Эйтон. И мозаик карта Бэма Дебайо, Майами Хит. Майами Хит. Надо мне по баскетболу поизучать все коллекции, посмотреть видосики. Но сейчас футбол закончится. Сяду, посмотрю, не буду бластеры больше возить пока. Может, даже выставлять сейчас не буду эти. Несколько бластеров в кучку соберу тогда и выставить одним брейком. Бриджес, Шарлотт. Лопес, Вашингтон. Хочется все-таки автографы доставать, но они, конечно, дорогущие. Боксы с автографами. Юта Джаз, Конли. Олдридж, Бруклин. National Pride, Пол Джордж, Клиперс. О, Леброн, финал MVP. Тебя тоже мы поставим в сливс. Для Нью-Йорка Оби Топпин, новичок. Ну, вот, в принципе, Оби Топпин хороший новичок. И Хейли Бёртон, NBA дебют, Сакраменто Кингс. Сильвер, карта, переливашка. Хороший пакетик вот этот попался у нас. Новички. Два хороших новичка и один хороший старичок, который, конечно, сейчас немного сдал, но я все-таки надеюсь, разыграется. Это он как Овечкин получается. Вашингтон сейчас еле-еле играет в хоккей. Овечкин вроде забивает на последних местах. И тоже Лос-Анджелес этот в этом году как-то не очень. Заключительный пакетик нашего брейка. Быстро-быстро пакетики расходуются. Раз-раз и готово, и нет брейка. Динвиди, Бруклин. Далее Митчелл, Юта. Дэниел Тейс, Чикаго. Грэм, Шарлотт. Хейли Бёртон, новичок. Это у нас Сакраменто, да? Азия Джо, Филадельфия. Еще один дредный мужик. Бадди Хилд, Сакраменто. И Вилл Тувин. Это у нас Стеф, Голден Стейт. Звезда NBA. Трехочковый, конечно, укладывает только так. Так, все, сейчас обзор. И кто не будет участвовать в хупсах, можно отправлять. Можете писать, чтобы отправлял карты. Уже на следующей неделе. Завтра понесу мешок, потому что в субботу, воскресенье не успел. Воскресенье сегодня уже закончилось почти. Уже все упаковано, 20 с лишним писем. Еще штук 20, наверное, упакую.
Так, ну давайте. Финал MVP Леброн Лос-Анджелес и новичок Энтони Эдвардс Миннесота. Это базовые такие карты. Далее у нас под серийки Бэнк для Майами Хит Рэй Аллен. Вилл ту Вин Стеф Карри Голден Стейт. Переливашка Тарис Халибертон NBA дебют Сакраменто Кингс. Далее у нас мозаик карта Адебайо Майами Хит. Джем Мастерс Аарон Гордон Денвер Наггетс. Переливашка призм Нью-Йорк Балок. Элевейт Бен Симмонс Филадельфия. Элевейт Адебайо, это у нас Финик Санс, да? Майами Хит. Майами Хит. Для Чикаго Деннис Родман. И зелененькая карта для Бостона Джейлен Браун. Это у нас под серийки параллельки. И 10 вот таких карт. 10 таких цветастых карт у нас. Бадди Хилд Сакраменто. Оби Топпин Нью-Йорк Никс. Деандре Эйтон Феникс Санс. Тони Паркер Сан-Антонио. Серж Ибака Лос-Анджелес Клиперс. Далее Батум Лос-Анджелес Клиперс. Ричард Холмс Сакраменто. Майлз Тернер Индиана. Кайл Лаури Торонто и Прешиос Ачиуа Майами Хит. Ну, тут из 10, может, 2-3 карты такие достойны внимания. Да, к сожалению, мегабоксы тоже они бывают простенькие, бесхитовые, беспонтовые. Будем думать, что делать с баскетболом. Баскетбол хочется и найти автографы. Ну, на этом все. Всем спасибо. Настраиваемся на рабочую неделю. Ну все, пока-пока.